in the air. Шашкой на коне шли против танков, они шли освобождая. В таком неравном бою они шли для того, чтобы освободить нашу родину от этого ее. Слово представляется заместителю председателя районного совета. Хочу поздравить всех с этим праздником, с праздником освобождения нашего Авидиополя от захватчиков немецко-фашистских. Мы должны рассказывать детям то, что рассказывали наши деды нам, как мы должны защищать наш край. И на сегодняшний день, наверное, это более актуально звучит в том плане, что мы должны говорить об этом, и мы должны сами показывать своими делами, что мы любим наш край, и мы готовы его защищать. С праздником! Хочу сказать немножко больше, что на протяжении 17 дней 1944 года проходила Одесская наступательная операция, при которой освободили две области, Николаевскую и Одесскую. И уже 10 апреля была освобождена Одесса, а 13 апреля навсегда выгнана фашистские захватчики с Авидиопольской земли. В этой операции погибло больше 55 тысяч бойцов. За 17 дней, вдумайтесь в эту цифру. Поэтому все-таки, наверное, это день памяти. Я хочу почтить минуты молчания тех, кто погиб в этом неравном бою, и тех, кто прошел с честью, но не дожил до этих дней. Год был не окончанием войны, и больших празднований в этом мероприятии, наверное, не было, потому что еще наших бойцов ожидал целый год неравных боев и десятки, сотни тысяч потерь. И еще прошел целый год, даже больше, когда наши воины с высоко поднятой головой прошли под знаменами победы. Поэтому прошу всех сегодня возложить цветы павшим воинам, которые освобождали нашу мероприятии. Вечная память героев. Спасибо большое.